Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Максим Зрютин, и я веду курс по основам схемотерапии. Много задают вопросов о том, как курс проходит, что мы там изучаем, и мне бы хотелось сейчас немного поделиться короткой информацией о том, про что это. Значит, у нас он состоит из таких четырех модулей. На первом модуле мы изучаем такую основу теоретическую, изучаем те методы, техники, которые там используются. На втором мы уже углубляемся в схемы. Поговорим о том, да, какие схемы бывают, уже подробно. Рассмотрим, какие интервенции совершаются для того, чтобы работать со схемами. То есть будем углубляться в осознание, прояснение и такой как терапевтический процесс по отношению к схемам. Третий модуль у нас будет погружение в режимы. Мы рассмотрим, какие существуют режимы, мы рассмотрим группы, рассмотрим, какие интервенции используются к каждой группе из режимов. Ну и, конечно, на протяжении всего курса мы будем подробно говорить про эмоциональные потребности, такой один из фундаментов в схемотерапии. Ну и четвертый модуль, он тоже будет обучающим, где мы будем через конкретные кейсы рассматривать то, как вы работали, как вы действовали, как вы проводили техники своими.